Хей, окей, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands 2. Так, в прошлой серии, если не ошибаюсь, убили мы Ангела, убили мы... Не мы, конечно, а Джек убил Роланда. Все херово, все плохо. Так, по миссиям, что у нас по миссиям? Давайте сразу смотреть. Я говорил насчет очков опыта, да, что лучше сбросить? Или мы уже сбрасывали? Мы уже сбрасывали. Я вот эту херю, да, убрал тогда. Короче, вот это прокачиваем, пока работает сабля. Блин, я не знаю, вот оружие без прицела. Урон от гранат РПГ нет. Это фигня. Так, сабля, бля-бля-бля, сабля-взрыв. Здесь, в принципе, навык без врагов вы на некоторое время повышаете скорость подзаряда. А нет, снижение времени урона огнем крайне нет. Вот это было бы прикольно. Восстановление активного навыка. Мне это нужно. Но мне это тоже нужно прокачать. А здесь мне желательно турель прокачать, чтобы время длительности было больше. Ну и все. Здесь только вот этот. Часовой. Ну и можно лазерный прицел тоже купить. Но мне кажется, мне не хватит, а? Слишком долго, очень много опыта нужно будет. Тогда остановимся на том, что я прокачаю вот это. Блин, мне вот это тоже... Плюс 5 урона. Плюс 5 урона. Здесь по 6 дается. Сука, ну здесь если оружие без какого-то эффекта. Поэтому давайте вот это начнем потом качивать, только я не знаю, что из этого, хотя... А, разберемся. Миссии. Сердце пустыни, да? Так, надеюсь, запись хотя бы там идет. Сердце пески, полетели. Если не ошибаюсь, кладбище это у нас там, где ракообразно вот эти существа лазят. Да? Да, должны быть они. А ну-ка. А почему ты больше не отдаляешься? Нет, смотрите, здесь оказывается есть... Даже так, ну ладно. Грузовик. Разместить, телепортироваться. Который с бочами получше будет. Я не хочу с парняшами вот этими драться. Если надо, я их просто взорву. Ладно, нафиг надо. Типа я их напугал. А, так они меня тоже жестко накоцали, слушайте. Нафиг надо, лучше валить отсюда. Тупая локация. Мне вот бесят локации, где вот тут нужно на машинах ездить. Я одну вещь, конечно, понимаю, что есть целая у нас DLC, посвященная машинам. Я осознаю... Редины Мор. Нам сюда еще рано. Почему я так говорю? Потому что у нас здесь будет миссия. Какая миссия? Миссия сюжетная. Там вулкан, да, кажется? Да, вот сердце пусто. Вот, да, что я говорю, видите? Котел тело зуба. И сюда нужно возвращаться. Мне нужно на бой на Флинка отправиться. Блин, поехали. Нам нужно быстро где-то найти этот. Быстрое перемещение. Если верить карте, только одно место у нас.
Блин, я что-то не заметил, что там сюжетная миссия. У нас с вами вот это вот, так сказать, побочные миссии, потому что уже уровня, видите, уже 19-го пошли, а мы уже 27-го. Так мы сегодня уже, по идее, должны апнуться в этой серии. Эй-эй-эй! Ребят, ребят, не-не-не, ребят, потише. Потише будьте. Холодильник, мы отправляемся, как вы помните, в холодильнике там, где я. Спуск вниз, и там есть аренка. С этим мужичком. Поня Флинка, да, вот она. Так, по оружию у меня что? Пистолет. Убойная снайперка, минус лицо с одного выстрела, минус любой враг с одного выстрела. Поехали. Главное, чтобы враги не были моего уровня. Чтобы здесь нормально было, а не защита от волн. Надо забраться на арену. Да? Не, ну сразу видно, сколько здесь урона. Можно критическое попадание? Крит. Крит. Ай. Ай. Так, вы мне бесите, слушайте. Либо власти, либо я вас убью сам. Крит. Легко, давай. Ни хрена его разорвало. Ну вы видите, хорошо, что я все-таки эту оставил. Снайперку я не продал. Ого. Ого. У тебя восприимчивость. У него довольно сильная восприимчивость к этим попаданиям. Ой-ой-ой, с арены не сбрасывай меня. Так, а можно пистолет? Я немного застрял. Где ласта? А, это безбашный. Добро пожаловать! Монаты живучий, говнюк. Так меня еще отхиливает. Смотрите, хотя миссия 19 уровня, враги тут 20-го. 20-го, 22-го. Я попасть не могу. А ну-ка, Голиаф против Голиафа, кто победит? Ни хрена он там кислятиной пуляет. Ладно, так уж быть, спасу тебя. А сколько всего врагов, жалко, тут не пишет. Тихо-тихо-тихо-тихо. А, нужно же не забывать, я же уже на единичку, да, прокачал или нет?
А. Полезли тогда за этим. За шматем, которые попадали с них. Не зря же я с них все-таки что-то выбиваю, да? Это тоже в игре пригодится. Давай, ты очень маленький чел. Ладно, давайте лучше с пистолетика. Карлик. Спасибо, брат, я тебе не брат. Так я вас... О! Сколько добра. Тихо. Снайперка. Бам. Я иду на обход, давай. Ну, скоп. Культ. Я? Пипец, он жесткий, безбашенный. А ты там что, алло, на, приятель. Не, ну вы понимаете, 13 тысяч это смерть любому. Ну вы серьезно, 2к урона против... Я эту снайперку, думаю, не скоро поменяю, значит, что-то иное. В принципе, я не хочу проходить арену. То есть это просто трата времени, это... Давайте отбивайтесь от моих этих. А почему миссия стала 22-го? Не, чел, сори. Зачем такому стиляге, как я, еще какое-то разрешение на врача? Хотя стой, давай я возьму просто, чтобы оно было у меня отмечено. А, я уже взял ее. Покупаем патроны. Идеальный денек для шага. Товар назад не придем. До свидания. Добро пожаловать. Так, продажем. Чем я могу помочь? Нет, смотрите, в принципе, можно начать вкачивать этот. Эффектом, если без эффекта, да, оружие, потому что у нас это снайперка, что правильно, без эффектов, то есть это, блин, нужно, знаете, будет вики посмотреть, если это самое жесткое оружие, которое есть, типа, именно в игре, то я лучше его буду юзать. Так, кстати, едки, ладно, погнали в убежище, второе убежище. Три рога водораздел. Сейчас возьму машину, мы с вами проедем. Только не знаю, где я сейчас появлюсь, на самом деле, ладно. Не знаю. Ну, здесь понятно, что мне ловить нечего. Здесь уровень очень маленький у врагов. Здесь просто одна боча их разнесет. А, ё-моё. Убить Скага в убежище. Так это шало, мы сейчас еще выполним задание. Раз я не собрал части скаков. Так, отправляемся в старое убежище. Блин, мне нужно находить эти моды, которые дают мне что? Больше магазинов в патроне.
Давайте смотреть, что у нас здесь поменялось. Мне кажется, здесь много что поменялось. Но я уже вижу врага. А нет, наврал. Наврал. Дыра в убежище. Ну, довольно выглядит все неплохо. Хорошо. Убейте... скваторов. А, то есть я их не ваншочу. Не, бандитов ваншочу даже в тело. Ну, они, блин, ну это, знаете, хорошо, что я хотя бы их как-то убиваю. А, это гориллы, да? Горилл лучше так убивать. А, так меня уже заметили. Ты идиот! Провожу! Идиот, уровень или вообще светки пещеры! Давай за ним! Оставь нас в покое! Воу-воу-воу! Фух, я чуть сам не улетел за твоим этим сраным. Ну и скорострельность у нее тоже, знаете, такая приличная, то есть. То есть, о, хороший сундук. Мады, я вижу туалет. Эй, слышь, горилл. А это не туалет. Я понял. Ай. 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 Классно. Отлично. Сейчас у тебя укрытие. Эй, я застрял. У меня патронов много теперь. После прокачки, то... Так, минус щит. Это что было? Это что было? Понял, не попадание в голову это было, вот что это было. Плюс пистолет. Я иду к тебе, приятель. Только к тебе. Все? Пожалуйста, не надо. О, я лифт этот нашел. Так, пистолет. Сейчас быстро выбегаем, ваншотим их. А, они там снизу где-то. Так, как тебя достать? Ну, давайте на обход. Ага, все правильно. Значит, на обход нужно было идти. Базукич. Базукон. Я бы вообще мог спрыгнуть просто, а не на лифте вот это ехать, там скатываться. Просто спрыгнули, да и все. Но везде здесь, чтобы не запутаться, они хотя бы стрелочки показывают. Убирайтесь!
Так. Да, твой приятель умер. Ты меня? А ну давай. Короче, им нужно 3 выстрела, да, от моей атаки. Так. Чувствую, мне нужен скоро будет магазин. Найти сейф. Здесь у нас ничего. Почему просто не спрыгнуть? Обязательно что ли на вот этом спускаться? Можно спрыгнуть и не морочить себе голову. Опана! Едкие пещеры — это как раз куда нам нужно что? Следующая локация. Это у нас место, где у нас еще есть миссии. Как все хорошо у нас обернулось. Очень хорошо все обернулось. И мы с вами как раз еще это быстрое перемещение здесь открыли. Это еще лучше. Патронов немного. Так, продаем ненужный хлам. А зачем такому стиляге, как я, еще какое-то разрешение на врачебную практику? Скорость подзарядки, навык спецназ, зарядка та-та-та. Опа, это винтовка штурмовая. Нам нужна снайперская винтовка. Так, сразу смотрим, где тут что еще. Так, ага, это не вблизи. Это миссия рядышком. Так, значит так. Сука, это вот эти мухи. Подзалупные мухи. Новый уровень. Вот. Найдите данные о происхождении кри... Они здесь везде. Во-во-во-во! Пухлый! Эритька! Эритька! Ни хрена себе! Здравствуй, Эритька! О, что такое? Приятель. В чем твоя проблема? Так, там есть у нас. Ну как вы меня бесите? Так, закрыто. Окей, так, некрофит, не буду трогать. Миссис Харви, сегодня один шахтер нашел кристальное так образование у руин пришельцев. Но оно начало двигаться. Существо. Опа. Ведет себя мирно. Будет он раньше. Ё-моё! Тихо-тихо, я сейчас сдохну еще. Мисс Фут, мы приняли
но шахту мы переносить не будем. Корпорация Даль отправила на эту захолустную планету свой крупнейший горнодобывающий корабль-убежище ради добычи кристаллов. И вы их нашли. Окружите этих существ, чтобы мои горняки извлекли из них кристаллы. Хотя бы деньги дают нормально. Может, я их не буду трогать, они меня... Ай, кристалл в меня летит! А, так вот от кого кислота идет. Я думаю, что за дерьмо? А, показано. Я понял, где враг. Подожди. Я знаю, что здесь есть пасхалки. Как максимум две. Так. Саблем. Так. Жетончик. Урон. 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 Шанс. Крит урон. Ладно, бежим. Пасхалку я покажу, когда дойдем куда-то. Ой, боже, только не это. Нет, 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 пожалуйста, без вот этой хери. Так, а где пасхалка? Пасхалка вот там у дерева находится. Что, хотите увидеть ее? Ну, побежали. А, я понял. А, я понял. Смешно. Смешно. Только теперь мне нужно отхилиться. Нет, я не хочу сейчас в воду. Сейчас в воде рано. Так, патроны уже нужны. Сука, почему так? Вы можете от меня отвязаться. Короче, нам нужно сейчас откилиться, я попытаюсь добежать. Главное не сдохнуть. Блин, нужно, может, этим... О, нихера. Свет. Нужно было, наверное, этим закупиться. Хилками. Блин, хотя тут бежать не так уж далеко, но все же. Пока добежим, шанс сдохнуть максимальный. И потом нам еще обратно нужно будет прибежать. Давайте, короче, поищу что-то на хил. Может, что-то где-то валяется. Ну, здесь, например, в помойке. Вот тут сохранялка есть. Да, все, побежали. Мы сохранились с вами, поэтому нормально. Пойдем с пистолетом, потому что будет быстрее. Ох, нашел, с богом. Живи, 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 живи.
Сука. Не повезло. Немножечко. Ладно. Ой, значит, рано. Мне нужно больше хп. Либо броню, которая сопротивление кислоте дает. Это что-то одно из этого. Минус 16к. Жаль. Ладно, побежали. Класс, уже время нету. Давайте, ладно, эту локацию закончим. Хотя, давайте закончим, так уж и быть. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока. Как-то так.